Всем привет! Вы на канале Богиня Рукоделия. С вами Милочка. И сегодня я хочу все-таки избавиться от этого пятна и вот от этих вот тоже желтеньких. Эти пятна у меня образовались от маркера, которым я зачеркиваю схему. Канва у меня здесь 18, кажется, Звейгард. Ну, посмотрим, как она будет себя вести. Что я хочу делать? Я беру жидкость для снятия лака, беру ватные такие вот диски и попробую сейчас я убрать эти пятна. Я сейчас попробую на вот этих вот маленьких желтеньких пятнышках. Вот. Хотя вот эти желтенькие как бы меня не сильно то пугают. В принципе, ну да, вот так вот у меня идет. Вот здесь у меня закончится вышивка. Ну, этот можно не убирать. Ну, посмотрим, как они будут сейчас убираться. Я не знаю совершенно даже. Для меня это такая процедура не совсем новая, потому что я никогда еще не убирала с канвы. Так, нужно мне подложить что-то, потому что я вижу, у меня там от моего фона отпечаталось вот уже на канву цвет. На фоне у меня останется там след. Так, ну посмотрим. Я налила прям налила. Не знаю, наверное, не ототрется. Наверное, нет. Так, ну вот смотрите, видите, он не оттирается. И с этой стороны ничего не случается с ним. С этим маркером. Так, а ну напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как мне быть, как же мне вообще убрать это пятно. И стоит ли мне вообще заморачиваться? Может быть, мне не стоит заморачиваться? И оно не испортит мне все работы. Не полиняет на мою вышивку. У меня ниточки ДМС. В принципе, не знаю. Ну, давайте попробую этот. Ну, как бы да, такой не совсем приятное случилось у меня. Полинял маркер вообще, я не знаю даже, как он мог так полинять. Видите, он еще как-то так полинял. Здесь оранжевое внутри, а по краям какой-то розовый стал. Ну, короче, как-то я вышивала и не заметила, что я маркер положила на канву. Наверное, куда-то отвлеклась. И все. И вот. И вот, на тебе, пожалуйста, результат этого всего. Ну, видите? А вот здесь, вот мне кажется, его нужно все равно как-то выводить. Потому что вот цвет вот линяет на канву. Ну вот капец. Я уже и вышила так. Смотрите, в принципе, здесь... Я здесь практически ряд, первый ряд, вот практически вышила. Блин, вообще так жалко. Мне здесь до конца ряда осталось вот пол листочка. А здесь всего-то будет у меня 2,5 ряда. Ну, смотрите, вообще, я не знаю, ну вот что мне делать? Ой. Не знаю даже. Даже вообще кошмар. Просто караул какой-то. Вообще расстроилась. Это ж надо было так не испортить. Хоть бери и стирай, но реально. А если я постираю эту канву, что будет? Я смогу по ней вышить или нет? Ну, если оно не выводится вообще жидкостью для снятия лака, то я не думаю, что оно у меня выведется какими-то... О, сейчас еще мой фотофон сейчас слезет. Я не думаю, что оно тогда как-то изменится после стирки. Ну вот, видите? Все. Вот все. Так, мне еще там девочки рекомендовали там какими-то мылом антипятином
попробовать постирать. Я даже не знаю, что мне делать. Попробовать постирать. Так. Вообще не знаю. Не знаю, если сядет. Ну, конечно же, сядет, да, ткань сядет. И я тогда не смогу вышить. Или почему я не смогу вышить? Я также сама вышью. И... Ну, что изменится? Ну, давайте сделаем такой эксперимент, что изменится. Вот и узнаем, что изменится, если я сейчас постираю ее, попробую как-то там отвести это пятно. Уйдет оно у меня, не уйдет. И посмотрим тогда. Ну, это будет такой у меня эксперимент. Не знаю, может быть, кто-то проводил такие эксперименты. Пишите в комментариях. Ну, не переключайтесь. Так, я сейчас попробую... Я сейчас намочу. Так, я замочу сейчас в холодную воду. Пока сейчас, ну, как бы не нашла я у себя мыло антипятин. Я попробую сейчас обычным порошком. Ну, сейчас попробую. Так, ну смотрите, обычным порошком ничего не получается. Вот оно, ну, уже, мне кажется, меньше так видно, да? Или такое же, не знаю. У меня есть порошок такой в капсулах. Сейчас я попробую его взять. Сейчас. Так. Вот у меня... Сейчас я вам покажу. Сейчас. Вот у меня порошок в такой капсуле. Здесь и порошок, и какой-то здесь ополаскиватель, пятновыводитель. Вот я сейчас его и положу на эту прям, получается, пятно, на это пятно. И пускай оно здесь мне растворяется. Ну, это стиральный порошок у меня для стиральной машины, конечно. Растворяется эта капсула в воде просто. Вот, видите, как она растворилась? Сейчас эта жидкость, такая она слизь какая-то. Так, не уходи никуда, здесь. Так. Ну, заодно и проверим, получится ли у меня вообще что-то сделать с этим. Вот, смотрите, второй растворился. Главное, чтобы теперь мне цвет порошок не полинял, а то я так... Один раз постирала мужу футболку белую, а порошок был с такими гранулами какими-то голубыми. Короче, я так засыпала порошок и положила, ну, просто замочила. Потом, когда достала, то эти голубые гранулы мне все оставили свой след голубой. Да, было такое. Так, сейчас. Смотрите, какое оно, ух, какое яркое, синее. Быстро смывать. Ё-моё. Еще и сейчас и это. Вообще красота. Вот я вообще. Я не знаю даже. Постирала, называется. Убрала пятно. Еще вот насадила себе пятен. А, смылась. О, нет, почти. Ну, я думаю, оно сейчас растает там. Вот видите, еще здесь вот белый какой-то, это, видимо, какой-то ополаскиватель, он дольше растворяется. Ну, посмотрим, если после этого концентрата, ну, остается, конечно, да. Остается. Ну, сейчас я уберу камеру, попробую потереть. Сейчас, минут, двумя руками. Так, ну вот, смотрите, я уже и потерла двумя руками. Ну, как бы, вот, что у меня остается. Ну, понятно. Здесь вот желтенькое. Здесь вот вы можете видеть. Желтенькое уже не такое. Это пятнышко уже тоже мне вот... Я так смотрю, мне кажется, оно не такое яркое. Может быть, что намочилось. Ну, короче. И вот здесь с этой стороны у меня это пятно тоже не такое уже яркое. Ну, я думаю, вот так вот... Ну... Грибочки, вот они. Смотрите, какие они красивые, когда намачиваются. Вообще красота. Ой, не знаю вообще. Я не знаю, мне придется дальше продолжать вышивать.
Как вы думаете, напишите мне в комментариях, будет ли виден теперь мне переход, потому что это же уже будет постиранное. Ну, не знаю, гладить мне, не гладить. Наверное, не буду гладить, я просто высушу, а потом, ну, посмотрю сейчас. Так, ну, не знаю, давайте я, может быть, оставлю его. А если мне так оставить, вот так вот, я грибочки так наверх подниму, и вот так вот это оставлю все в воде. Мыльной. Видите, какая вода голубая, потому что порошок, вот то все голубое растворилось, голубое-синее, и вот такая консистенция стала. Ну, это хороший, очень хороший порошок, мне он очень нравится. Так, ну и вот это я желтенькую сейчас себе так оставлю. Так, мне надо, чтобы мало ли на грибочки, чтобы оно не попадало. Вот так вот. А утром я посмотрю. Я это сейчас на ночь так вот оставлю. Ну, вдруг уйдет пятно. Ну, что ж, должно же оно как-то уйти. А грибочки я так вот оставлю, чтобы они у меня не мочились. Так, ну, тогда я оставляю это все до утра. И посмотрим, что же оно получится. Итак, вот, ночь прошла у меня. Посмотрим, что же здесь. А ну, я еще не смотрела сама. Смотрите. Ух ты! Ну, это точно лайк. Ну, это лайк, лайк. Жду от вас лайки. Смотрите, нету ничего. Ура! Мои грибочки спасены. Смотрите. Все, она чистая. Только это что такое? Что это такое? А, это... Кусочек ниточки здесь образовался. Ну, короче, смотрите, все. Все ушло. Ушел весь мой маркер. Классно. Вообще классно. Я сейчас его еще раз протру, так немножечко, прополосну и буду оставлять сушить в полотенце. И не знаю, может быть, тогда я. Так как она уже мягкая будет канва, мне, наверное, будет уже неудобно на пяльцах вышивать. Я думаю, может быть, я тогда натяну на раму, уберу свой улов с рамы и натяну грибочки, и быстренько их, может быть, вышью. Ну, посмотрю. Пускай высохнут, я посмотрю. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И я сейчас прополосну, и я, конечно же, вам покажу, какое оно все. Без уже порошка, как получилось. Ну, нет, пятен. Пятен нет вообще. Даже и желтеньких хоть тех маленьких нет. Классно. Так, все. Сейчас буду полоскать. Так, ну вот, смотрите. Я прополоскала. Вот в обычной воде уже лежит. Нет никаких пятен, ничего нет. Ну, конечно, да. Канва стала мягкой, как я и думала. Ну, ладно. Это уже будет следующая серия. Как же я буду их вышивать? Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.